Черный рынок на ВБ, блядь? Вот, не покупайте! От товара отказаться нельзя! В этой банке завелись тараканы и прочая живность! Я потолстела на 85 кг! На квартире завелись паразиты! Это спецорганизация! Они травят людей и подселяют тараканов! Моя жизнь пошла нахуй, как эти ебаные таблетки! Прошу, не ведитесь! Жиросжигатель для похудения. Йоу, друзья, с вами как всегда Робин. С чего? Вы знаете, что такое черный рынок? Существует отдельная теневая экономика, где продают запрещенные... Слышь, ты из аниме сбежал или чё? Вот этот мужик, объективно, красивый. Получила сегодня этот спрей. Решила подшутить над подругой и брызнуть спрей в комнате, но все обернулось мне боком. У подруги начался анафилактический шок. Она начала задыхаться, покраснела, и у нее разболелась голова. Она человек не аллергичный, и такой жести я не могла даже ожидать. Подруге была оказана первая медицинская помощь и вызвана скорая. Подруга до сих пор отходит, как и я. Край... Это, Барбара, вы ебаху. Купите себе перцовку и себе в***ло брызните по приколу. Желательно, чтобы в этой квартире были еще люди помимо вас, в однушке вашей, блядь. Не рекомендую. Это вообще, блядь, что тебе, нахуй, в голову пришло брызнуть какой-то спрей, блядь, по приколу? Я не понимаю, ты ебутая, что ли, блядь? Вы заказываете этот ужас, если вам важно ваше здоровье. Хотелось бы пожаловаться на ваш товар и повыше, но пусть у продавца будет эта ситуация на совести. Здравствуйте. Благодарим вас, что поделились своим мнением о нашем топовом товаре. Вонючий спрей-прикол. Комплектация. Какашка спреем, аромат фекалия. Хороший парфюм. Странно, что она выжила. Некоторым даже нравилось. Отличный, бабушке понравился. Пшикнул соседу в лицо, а он меня избил. Советую. 5 звезд. Добрый день. Благодарим вас за выбор нашего товара и ваш прекрасный отзыв. Он просто не ценит. Мало кто это в принципе понимал. Данные капсулы никак не помогают. Худею только из-за ПП, как обычно худеют. Надеялась, результат будет эффективнее. Принимаю около недели. Вскрыла капсулу ради интереса. Я не знаю, вскрыла капсулу ради интереса, снюхала ее. Ничего, процесс даже так не пошел. Почему порошок воняет фекалиями? Это, оно нюхать? Оно же не просто так в оболочке-то, блядь. Короче, шел 24-й год. Люди, блядь, верят в Таро, в созвездие, в знаки, блядь, зодиака. Ну как люди? Долбы, наверное. Суеверные все. Покупают, блядь, какие-то БАДы, нахуй. Я не знаю, курсы какие-то, как стать успешным, блядь, просто похлопав в ладоши. Я вот думаю, вот ты законом защищай, не защищай, блядь. Да все равно еб... Ты какую-то хуйню будут верить, что-то покупать. Не надо, нет. Вера в Бога — это нечто глобальное. Это способ, первое, управления людьми, и вера во что-то большее, возможно. Ну, то есть, ничего магического в этом нет, понимаешь? Бог, он помогает тебе жить, это немножко другое, блядь, чел. Человеку нужно во что-то верить. Ты, блядь, можешь вместо Бога верить в себя, верить еще в кого-то. Почему нет? Типа, это твое право. Имеется в виду, что Таро, блядь, это... Ну, вы, блядь, Таро с Богом сравнили, вы ебутые, нет? Бог тебе не раскидывает карты, повезет тебе сегодня или нет. Он помогает тебе жить просто. Сидит какая-то хуйня 18-летняя по гайдам на ютубе, раскидывает тебе карты о том, что твой муж уебан. Уходи от него. Это про Бога разве? Ну да, вы хуйню несете. Как проверить, что Таро это пиздеж? Берете, короче, помещение с 2 комнатами. Сажаете туда 1 тарошницу и 2-ю, предварительно, чтобы они друг друга не знали. Идешь сначала к одной... Чтобы не слышали они между собой. Потом к 2-й. Все. Ваше Таро рассыпалось нахуй. Но сейчас мне все объяснят, что нельзя такое с картами делать, блядь. Так не будет работать, блядь. А, типа до этого все нахуй работало, правильно я понимаю? Ну я не знаю, чуваки. Мне, короче, сука, вот мне стыдно за этих нахуй людей, блядь. Вот, ну просто не очень умных. Мне стыдно. Я понимаю, что вы орете, что я там тупой какой-то, блядь. Но каждый раз, когда я вижу, что кто-то, блядь, верит в Таро, я понимаю, что я какой умный, ребята. Хотя, может быть, тут и не проявляется ум, это просто идиот верит в Таро. А идиот — это про ум? Наверное, да. Ну, не сказал бы, что чел в Таро верит, то это не значит, что он полностью ебан. А просто чел вот такой, как верить в Бога. Да это не одно и то же, чел. Ну, окей, вы не верите, например, ну и окей, значит, охуенно. Что вы не верите, и все. Но есть люди, которым нужна помощь, потому что без этого, без вот этой веры в Бога, они бы, бля, ебались на голову, понимаете? Людям так проще справляться с потерей близких, проще вообще во всем.
Плюс, как бы, да, церковь, она, или там, я не знаю, еще что-то в разных религиях разное, она выступает еще, ты можешь прийти к батюшке пообщаться. Это что же своевременно психолог, блядь? Он тебе никогда не скажет какую-то хуйню. Тебя поддержит. Вы, конечно, можете со мной не соглашаться, но я к вере немножко по-другому отношусь, чуваки. Я раньше тоже был, сидел, я, типа, думаю, да, бля, кого, чего, блядь. А потом я начал смотреть, как моя бабушка верит, потому что, блядь, ей уже 80 лет. Что вам еще остается, блядь, делать? Когда у тебя уже последние годы жизни, нахуй, идут. И так ей проще жить. Все. Я, типа, как бы сам не верю особо. Типа, как называется чел? Я агностик, наверное. Это тот, пока ты мне не покажешь. Ну, типа, ну, я не поверю, блядь. Особенно, когда осознаешь, например, то, что мы там планеты как бы уже колонизируем, да, как бы. Начнем с этого. И очевидно, что есть какие-то инопланетяне. Раньше Бог, это для меня что? Он там на небе сидит и конкретно за наш мир отвечает, да, то есть за Землю. Но наука показала, что есть еще и другие планеты. И очевидно, что мы во Вселенной не одни. И вот тут Бог, значит, это что-то более глобальное, нежели чел, который на Землю смотрит, поняли? То есть что-то же произошло, и от чего-то произошло, что теория большого взрыва, тыры-пыры, Вселенная расширяется, миллиарды планет. И ты тут уже немножечко ты задумываешься, блядь. А может быть, мы просто все-таки какая-то ошибка, она в целом. Ну, то есть человечество — это типа ошибка. Живем себе тут на своей планетке, блядь. Хотя где-нибудь в другом конце Вселенной, наверное, там уже, блядь, люди телепортируются, или не люди, блядь, или какие-нибудь. Бля, я, короче, не знаю. Я люблю, на самом деле, на тему космоса обсудить. Надо верить в космос, а не в карты Таро, блядь. Сука, как звучало-то, блядь. А вот в другую солнечную систему перелететь, и что получается? Люди перестанут быть идиотами, и скорпионов все любить начнут, потому что там созвездия другие. Бля, это ж надо будет заново все переписывать. Ой, и Таро хуйня будет. Да не, бред какой-то. Таролога в другую солнечную систему, там он там пеной заплывет. Слышь, таролога насильно к стулу и на Марс. Ой, он такой, что за хуйня? А ты что, на картах не нагадал, что ли, что у тебя пи***ц будет? Такой, бля, нагадал вообще. Проблема. Заказываешь тараканов, и тебе привозят игровое кресло. Начну с того, что коробка пришла с тараканами. После сборки кресла это обнаружил и срочно понес на мусорку. На первый взгляд кресло удобное, но пластиковая дырка все время упирается в спину. А механизма качания тут и вовсе нет. Причем он какой-то изначально колхозный, поэтому что спинка в нем вставляется и может только опускаться или подниматься. А крутилки для... Короче, тут еще что я хочу вам сказать. Хуже всего знаете что? Ладно, эти батарологи существовали. Да и хуй с ними, правильно? Хуже всего они, сука, скамят людей, за бабки они это делают, блядь. Вот что самое хуёвое-то. Вот в чём самый пи***ц-то. Ладно бы они, ну там были что-то там эти веруны, блядь, они на бабки наёбывают, нахуй. Для регулировки веса нет. В итоге заменить механизм нельзя, и это меня только расстраивает. Само качество кресла неплохое, собрал за 15 минут, пока тараканы не разбежались по квартире. Они просто хотели помочь. Это сотрудники. Но не каждому они шли в комплекте. На второй день использовать... Ты сам на второй исход матча гадал. Чел, это был рофл, блять. Ты бы видел, мы все угорали. Мне сломалась спинка, вскрыли, доска сухая, ненадежная. Использовалась человеком с весом 80 кг. Ужасное качество. Конкуренты. Понимаешь, если бы Таро работали, блять. По-любому тут кто-то Тарошник сидит в чате у меня сейчас. Ну, среди 20 тысяч человек по-любому кто-то завалялся. Сидит сейчас такой, блять, это пи***ц, что он несет, блять. Хуль ты тогда в будке собачьей живешь-то, блять. Таролог хуев. Че ты на себя-то не погадаешь, бля, еблан. А это, блять, сейчас скажут, а на себя не работает, на себя нельзя, блять. А когда работает-то, блядь? Спасибо за отзыв. Это написали тараканы. Ведь, конечно, как... Тренера не играют, блядь. Когда у тебя плохой товар, единственный твой аргумент — это конкуренты. Вова размышляет о тарологах. Но, если спросить, почему он дефает Ивана за рекламу мошенника-экстрасенса, Вова ответит — это другое. Брат, иди, короче, назад на свой каналчик ФБХ и там сиди, понял, в комментариях. Если единственное, до чего вы можете до стримера, это то, что он пригласил экстрасенса и заколабился с ним по рофлу, блядь. Вы его, блядь, пытаетесь отменить, блядь. Снимите штаны, пожалуйста, ну, хотя бы, чтобы на пол срали, блядь, а не себе в штанишки, блядь. Это кринж, ебаный. У нас, блядь, тип, хуй, стримит на ютубе, который, блядь, флексит, тройнички устраивает, блядь, вам, хуй, а вы доебались до типа, которого, блядь, про сидел по рофлу, блядь, стрим устроил? По логике просто какой? Иван постримил с экстрасенсом, он хуй. Но эту логику можно применить и по-другому.
ФБХ показал Ивана, который показал экстрасенса. ФБК одобряет, ФБХ одобряет, получается, экстрасенсов. Как это другое? Найс притянул. Конечно, я притянул, потому что там притягивает, блядь же. Бля, я просто что, я знаю, о чем я говорю. У меня мать, блядь, эту битву экстрасенсов смотрит и думаю, бля. Самое нахуй. Я понимаю, там что-нибудь, бля, я не знаю, чел бы намутил какую-то хуйню. Все такие, бля, ну это пиздец. Я не знаю, ну долбу нахуй. Видно, что от экстрасенса там, блядь, название нахуй. Что это фрик ебаный. И что это просто шоу ебаный на дебилов рассчитанное, блядь. Это реально, блядь, другое. Оно по телеку идет, и все такие, ой, блядь, да, пиздец, реально так и было. На, нахуй, на чужих, блядь, жизнях нахуй, все происходит, поэтому в этом пиздец, это отдельная тема для разговора. Сравнивают с тем, что сидит какая-то хуйня, которая только школу закончила, и говорит, 5000, я тебе погадаю. Вы ничего не понимаете, что это реально другое, блядь. То, что типа он стрим этот сделал, его, блядь, право, нахуй. Я бы этот стрим не сделал. Нахуй, мне этот нужен какой-то, блядь, чел вообще, блядь. Что это вообще? Сука, я бы, ну, если бы у меня был экстрасенс, я бы такой, типа, ну, что-нибудь. Просто снизу. Что ты заебишь? Случайно, вот так, поеблу, бам! Я вот увернулся, значит, уважаю. Реально, Алиэкспресс, что я сказал? Но, так алабы это пиздец. Ну, возможно, возможно, ладно, я сознаюсь. Возможно, так алабы это пиздец. Возможно, малой обосрался с коллабы, блядь. Похайпить решил. Да было и было, блядь. Их там еще и в рот всех были, кстати. Само шоу. Нужно приобрести трусы смешные для пар с приколом. Трусики просто чума. Купила своему Альфонсу без баб, чтобы перед мужиками на работе бля, бахвал. И видят нахуй все. Вот сейчас выйдет реакция на этот видос, и в комментариях развоняются хуйсосы. Вот просто такие, это как обычно, бля, вот это. Я говорю, Рофлс, бань ты нахуй уебанов собачьим, бля. Бань ты нахуй хуйсосов этих, ёб твою мать-то, а? Хуй они вот это вот в крысу сидят, там негатив пишут какой-то. И политологов тоже перебань там нахуй, блядь, вообще всех. И еще голые эти школьницы там ТГ писать, этих бы тоже перебанить по-хорошему. И идеальный канал будет. Трусы покажи, Альфонс. Трусики чума купил своему Альфонсу без баб, чтобы перед мужиками на работе постался. А дома он у меня по струнке ходит. Напялил их на вешалку, сказал, что для важных переговоров. Типичное совещание на работе. Ничего такие. Теперь, когда моя пытается засунуть мне палец в очело, я сразу давлю на жалость. Как ты смеешь протыкать Шрека? Пока работает, но она у меня контуженная. Возможно, позже нужны будут вторые. И лояльный продавец был готов с этим помочь. Баттер, добрый день. Если в будущем возникнут проблемы, обращайтесь. Мы предоставляем полную защиту очка под ключ. Никто и никогда не смеет посягать на ваше очко, когда вы в этих трусиках. Клиентоориентированный продавец — это похвально. Самое главное, чтобы продавец и клиент находили общий язык. Вот прямо как... Почему свитер, тепль — это на каком языке? Сосеп. И что бы это ни было, продавец говорил... Тепль — каком языке? Сосеп! Все правильно. За такую цену очень хорошо и качественно. Дочь носит 48-50. Сосед. Колется капец как. Сосед. Цвет как ахи. Сосед. Нереально огромный. Сосед. Качество плохое. Сосед. Цвет не тот, что на фото. Сосед. Не очень. Сосед. Мне понравился. Сосед. Сказал как отрез. Лучше и не скажешь. Но все это прошлое. А что это значит? Вы когда-нибудь показывали куртку от астролога? На ОК 122 СМ 5-6 размер отлично подходит. Бля, это куртка, которая буквально на всех бабушек нашей страны. На всех бабушках. Только фиолетовая. Я не знаю, это какой-то, видимо, порог есть. Вот 60 лет, и ты такая, вот это я себе куртка, блядь. Это что такое? Вау. Вот это с подушечками еще, поняли? Такая, типа, ромбиками, блядь. Сосеп. Подошел, куртка удобная. Благодарим вас за отзыв. Предсказание от Сережи. В ближайшие дни вы можете ожидать неожиданных возможностей и событий, которые будут влиять на вашу жизнь в позитивном ключе. Будьте готовы к некоторым изменениям, которые могут принести вам радость и удовлетворение. Вот так бывает. Купил куртку, а тебя прокляли. Ну кто-то был более краток, извините, чем Сережа. Что не в тему, но самый ебаный стример собака. Мужик, с 2015-го. Отвратительная база, пахнет неприятно, стягивает кожу. Хуёво. При мне такой хуйни не было, товарищи. База, база. Очень тяжелая. Конкуренты задолбали уже, вам больше нечего делать дома, сидите и ворчите! Доброго времени суток. Очень хотела попробовать данное средство, но, увы, не удалось, так как не обнаружила дату производства на товаре. Добрый вечер, товар хороший, свежий. Вам кто-то заплатил за низкие оценки. Бойтесь бога. Берегите себя. Пока Сережа оставлял послание, они...
обращались на ПВО. Спасибо большое, что вместо основы под макияж прислали гель для увеличения мужского достоинства и смазку. У нас нет такой товары, никогда не было. Сама заказала, наверное, с другого сайта и пишите нам. Бог судья. Она просто не поняла. Это был подарок божий. Ей дарили гели для увеличения, а другим... Заказывала очки, пришел ёршик. Что за беспредел? Она просто не разглядела. Обманом. Бля, а как можно было вообще его забрать, поставить в туалет и такая... Что-то, по-моему, я не это заказывала, бля. Ведь же тут не будут. Как вам, например, сумка Миу-Миу за 1200 рублей? 100% оригинал. Ведь кому выгодно обман? Правда, Карина этого не поняла. Сумка пришла в ужасном качестве. Кривая, нитки висят, швы все как... Карина за 1000 Миу-Миу сумку, говорит, кривая, говорит, пришла. Бля, это, я не знаю, я, короче, орал еще давным-давно, там еще на весь интернет расфорсилось. Короче, женщина пишет отзыв. Ставлю одну звезду, пришли какие-то доски, хотя заказывала шкаф. Ему пишет, ты че, вообще типа ебутая, блядь? Косы, вся сумка перекошенная, это просто ужас. Буквы золотые потертые, вы не проверяете, какой вы продаете товар? Хорошо, понял вас. Все, что вы пишете, вранье. Нос в экран, телефона не бьет, как у Буратино. Где фото, где пруф, где гуф? Гуф жив. Я же говорил, именно так бы и ответил официальный продавец. Он даже деньги раздает. Пришла другая сумка, не такая, как на фото, отказ. Скопируйте артикул и вставьте в поисковик. Если там не та сумка, что на картинке, я вам лям даю. Ок, богат. Ну понимаете, не все ценят высокую моду. И это бесит. Сумка пришла классная, мягкая, но потертая в черных пятнах. Очень расстроилась. Да покажи, какие пятна, то если просветить лучами ваш мозг, может там пятна будут. Короче, жестко отвечаю, потому что ты конкурент, я знаю, кто ты. Но будем так общаться, окей. Он вычислит каждого негативного покупателя. Вся кривая, с дырками. Анастасия, Карина и покупатель, вы чё все сговорились? Или у вас чайник на кухне кипит? Крыша на месте? Может, хватит уже? Подряд херню несете за 2 часа, но это уже перебор. Подождите хотя бы полдня или денек, а не так гасить тупо. Всем благ вам, люблю. Интересно, а эти Анастасия, Карина и покупатель с ним в одной комнате? Но продавец явно соответствует своему товару. Он отвечает как... Ты с какой хаты реально отзыв пишешь? Сейчас зайду. Настоящий интеллектуал. Да. Качество дерьмо, как и ты, какашка этой собаки. Сильный аргумент. Но не все были такие умные и вежливые. Отклонил заявку по браку, месяц ребенок не отходил, подошва отошла. Здравствуйте. Научите сына ухаживать за обувью. Жаль, нельзя сюда прикрепить фото состояния обуви, которую вы отправили. Это, конечно, жесть, почти черные. Я не в состоянии обеспечивать вашему сыну бесплатные кроссовки каждый месяц. Жаден. Ну, каким-то детям везло меньше. Одни оставались без обуви, а вторые... Дочь намазала лицо, ее потом рвало 2 раза. Пришлось отобрать и выкинуть. Без семьи. Такая молодая, уже выкинули из окраски с Wildberries. Наверное, возврат был платный. Просто нужно понимать... Бля, мне нравится, вот как они приходят. Вот просто подумайте, насколько тупые люди на Wildberries сидят, да? То есть, заказал какую-то хуйню. Вот, допустим, как работает на Wildberries в отзывах, блядь. Заказал Лего. Кидает фотку, говорит, ребенок сожрал, не может высрать. Ставлю 1 балл. Чё за хуйня? Я не пойму. Понимать, что покупаешь. Гель не понравился. Сразу после первого использования началась сильная аллергия у меня и у партнера. Хотя заявлено, что наоборот, помогает от раздражения и зуда. Уважаемый покупатель, какого партнера? Это средство для подмывания, а не лубрикант. Боже, ну на... Написано же везде в карточке на флаконе способ применения! Так нет же, мало того, что вы не понимаете, что и для чего покупаете, отказываетесь читать, так еще и ставите 1 звезду качественному товару! Очнитесь, покупатель! Раздражает. Бля, это пи***ц, ребят! Говорит, пи***ц, она говорит, партнеру и мне не зашло, говорит. 14 февраля написано, купила подмывку, бля, такая говорит, что за хуйня? Уважаемый покупатель, нам жаль, что вас все раздражает. Добра вам и удачных покупок. Кажется, это было не искренне. Их покупатели в целом не совсем понимали, что покупали. Так, например, покупали масло для рук, а купили... Совсем не то масло, просто подсолнечное и немного добавлено масло Монарды. Обман. Уважаемый покупатель, очень надеемся, что вы со своими подозрениями не работаете прокурором. Людей жалко. Ни один великий специалист на запах или вид не возьмется определить процент Монарды в составе, в отличие от вас. Пожалуйста, идите лесом. Наверное, Монарды собирать. Масло Монарды покупаю не первый раз. Есть чем сравнить. Купилось на объем
полную цену. Скупай, платит дважды. Отстой, скупай, полный, платит. Обычное растительное масло. Уважаемый покупатель, мы не поняли ваш эмоциональный отзыв. Вы оценили качество на одну звезду только из-за того, что наш натуральный экстракт не совпадает по аромату и цвету с привычным для вас. Ну так продолжайте покупать минеральное масло с добавлением искусственного гераниола для аромата. Наверняка то, о чем вы пишете, еще и обжигает прозрачного цвета и пахнет геранью. В составе нашего экстракта масло семян подсолнечника, а сам экстракт российского происхождения. Он вылечивает массу недугов, не обжигает, не вызывает удушья у детей. Удачных вам покупок. Кажется, в конце пошли угрозы. Но страшнее было только... Да Кимакура подушка декоративная Шрек. Покупал на ДР другу. Он не хотел брать, так как не знал, что сказать родителям. В итоге, когда он пришел домой с этим шедевром, подушка резко очутилась в комнате родителей в объятиях его отца. Походу, придется еще одну брать. Здравствуй, настоящий боец. Это удивительная история из разряда топ-10 неожиданных концовок аниме. Мы не знали, что отец друга может быть таким ценителем. С этой подушкой каждое утро начинается с гачи ритма. В следующий раз ждем еще больше энергии. Пока, друг. Лучше всех Докимакур, что у меня были. Материал бомба. Искатель зеленых приключений. Сказочное спасибо за твои слова. Надеемся, что она не начнет рычать на другие подушки. Спи сладко и помни, Шрек всегда рядом. До новых волшебных покупок. Они начали угрожать. И это были еще цветочки. Очень вульгарный рисунок. Угрожает. Здравствуй, сказочный герой. Мы так рады, что несмотря на этот прекрасный рисунок, ты сделал заказ. Огромное спасибо. Совет дня. Если увидишь в комнате многочисленные следы болота, не паникуй. Шрек просто прогулялся. Помни, огры многослойны. Возможно, Елены уже нет в живых. И пока Шрек не пришел за мной, под этим роликом нужно собрать 40 тысяч лайков. Бля, еба, да? Еба прикольно. Такие еб... Ты на Wildberries, ужас, я бы не хотел на Wildberries продаваться, или там все единицы ставят.